«Суббота для здоровья» – так назвали свою профилактическую акцию кандалакшские медики. 29 июня на базе городской поликлиники все желающие смогут пройти диспансеризацию. Без очередей и проволочек побывать на приеме у специалистов. В рамках диспансеризации там требуется, собственно говоря, и специалистов, только терапевт. А все остальное – это как бы исследование, да? Электрокардиограмма, анализы, флюорограмма. Это все будет в один день. Да. Будет работать рентгенлаборат, будет работать рентгеновский кабинет, будет работать смотровой кабинет, акушерка в смотровом кабинете. Пройти диспансеризацию приглашаются не только те, кому в этом году, согласно календаря исследований, показана диспансеризация. Любой человек может прийти в эту субботу и проверить свое здоровье. Желательно посетить городскую поликлинику как можно раньше. Вышел новый приказ по объему диспансеризации профилактическим осмотром. То есть, если раньше у нас диспансеризация проводилась один раз в три года, да, то сейчас она до 40 лет проводится точно так же один раз в три года. После 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. Те, кто не попадает под диспансеризацию, эти молодые люди, они могут ежегодно пройти профилактические осмотры, объем которого тоже достаточно широкий, то есть там туда входит и электрокардиограмма, и флюорография, и маммография. Акция «Суббота для здоровья» будет проходить в городской поликлинике Кандалакши 29 июня в период с 9 утра до 3 часов дня. Медики планируют изучить спрос и интерес кандалакшан к диспансеризации. Если желающих проверить свое здоровье, пройти необходимые исследования будет много, то такая акция станет регулярной.